просто не спит. Вроде я еще тут нашел секретную. Да здесь эти секретные комнаты. Где это? Что-то копать, да? Мы только игру прошли, этот придурок ходит за нами, да? Это неспроста тут. Откуда там лестница с блоком? Ты где? Я сзади. Я тут начал оглядываться, и тут вот. Надо паркурить, иначе. Еще не вариант. А я буду паркурить. Наверное, паркурить. Паркур — это моя жизнь. Я еще больше не хочу. Нет. Вы сейчас... Да я не могу в финальную часть. Но это будет другая часть. Это мой канал посвящается в финальной части. Это читер просто вонючий. Он трогает нас уже. Уже задолбали. Найди все и прибей. Стоп, я какую-то железную дверь нашел. Ну сейчас бесит. Ты вот тут копал? Да. Это место когда-то. Да! Толпа! Давай я тебя тэпну. Я уже тэпни. А я вот он ты. Вот он. Все, я с тобой вместе. Смотри, тут лестница. Ты что-то нашел? Конечно, тут лестница. Покажи мне что-то. Вот, что? Тут лестница. На себе все свои находки нужно. Надо подумать мне. Погоди, а куда она идет? Дверь. Некий дверь, которую мы не открывали. Готов? Готов. Рычаги. Подожди, какой-то сундук. Там баранина была. А, разорвано соединение. У меня телефон отрубился. Сейчас, Женя. Место к отгадке. Ничего не нажимай, Никит. Я ничего не буду нажимать. Ничего, не спрыгивай. А что там крик? Не спрыгивай, не спрыгивай, это головы. Сейчас я подключусь, у меня какой-то баг, у меня моя сеть разорвалась. Фух, сейчас. Это такой волнительный момент. Никит, заскринь это место. Классно, да? Да. Последняя часть моих роликов. Финальная, шестая часть. Стоп, Никит, шестая часть финальная. Ага. Шесть рычагов. Шесть мозгов. Погоди, ну... Шесть сдохших хромосом. Наконец-то мы все нашли. Нет, подожди. Шесть тысяч сдохших хромосом. Шесть тысяч места, чтобы... Шесть тысяч мы потратили, чтобы лечиться. Почему все с шестеркой связано? Или же тут... Шесть. Первая шестерка, вторая шестерка, третья. Шесть. Я теперь понял, как проходить игру, а я не знал даже. А ну, вообще нельзя ее проходить. Супермен! Супермен! А кто эту игру вообще делает? Это трудно же. Ксинг. Это... Игрок Ксинг сделал. Представляешь, это, наверное, сколько времени ушло. Знаешь, как долго командные блоки настраивать, чтобы они что-то делали? Угу. Как трудно. Активировано, осталось только на кнопку нажать. Но ни хрена не произошло. Сейчас. Я пароль сейчас сам подойду. Может, тут что-то еще есть? У меня уже такой простой пар. Давай. Ну-ка, первый рычаг справа ставь. Включи. Вверх, правый. Да не на кнопку, правый. Не левый, а правый. Вот этот. Да, сейчас. Че, а два игрока — это трудно. Одному еще труднее.
Зато два воевали. А три вообще легко. Все разделяются. Только за каждому, по каждому по одному воин, да? Нормально. Мне это нравится. И что нам тут делать? У нас, как всегда, соединение опять с РВВ. Может, что-то происходит, а мы не видим. Паркур какой-то надо пройти, смотри. Какой паркур? Подожди, я его хочу сверху осмотреть. Сейчас, а как тут? А, вот лезешь! Угу. Прыгаешь вниз. Там же еще Хагича нужно сбросить. Тэпайся ко мне. Как тэпнется? Перенести. Перенести. Кого? Свой ник? Кого? Никитка. Кому рабочему? Паркур, я все ролики снимала про паркуры. Куда теперь я иду уже? Стой, я с тобой. Что это еще за коврик? Что такое? А. Какая-то кирка. Подожди, дай мне кирку. Погоди. Может ломать она. Что, погоди? Подожди. Может ломать замшелый булыжник? Или мне это одному кажется? Что... Мне нужно, я хочу. Подожди, мне... Замшелый был. А ты знаешь, что он сейчас замшелый? То есть... Ну, такой в лианах весь. Сейчас гляну, где это. Ты должен все мне отдать. Сейчас, Никит. Сюда, 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 сюда. И тут два прохода, куда идти. Разделяться? Нет, вместе идем. По-моему, я уже настоящий проход нашел. Ну что, тебя не бесит, что сейчас мигает каждую секунду? Бесит. Разорвано! Соединение! А, там направо нужно идти. Стой, ничего не делаю. У меня опять, соединение, да, обогается. Из Руси. Ребят. Кто? Нет, ты продолжил запись, она идет у тебя, Никит. Ребят, у нас тут проблемы. Стоп, все, вон там игра проходится. Никит, иди. Ты чуть не упал, ты что-то понимаешь? Аккуратно иди на шифте. Да я представляю, как ты грохнуться можешь. Сейчас я к тебе. Подожди, никуда не иди, я хочу к тебе тэпнуться. Не срочно нужно. Ух, ну наконец. Ой, 6 частей. Ну, подожди, 6 частей? Ага. Сейчас у меня... И в каждой... Сейчас последняя часть идет. Подожди, в каждый день мы запускаем... 3 дня прошло. Ага. 6 частей. Угу. 3 шестерки. 666. 666 демонический номер. А мы там еще в один раз, когда орали, пугались. Еще. Ну, Хаги-Ваги — это мистическое существо. Ну, может, 7-5. Ну, где орали, это мы там просто развлекались, пугались. Короче, я к тебе сейчас стою. А теперь... Я просто... Можно я зайду? Я знаю, я игру проходил, я знаю... Там нужно какой-то... Тэпайся ко мне, тэпайся. Если мы сейчас игру пройдем, я офигею. Мы раньше не знали, все прятались, то были такие... Конечно, как там не прятаться, все пугались. Продолжай запись, если ты тэпнешь сюда. Она уже... А у меня до сих пор она. Ой, не того. Кого рабочий, куда не... Сейчас у меня титры. Я зайду, ладно. Я просто давно не заходил, я игру сам проходил на мобильной версии. Я проходил игру, ребят. Я мечтаю это сделать. Стой, я сейчас сам зайду, я просто титры сам... Титры все мешают. Не знаю, но там типа как создать свой же мир. А что-то по рельсам надо еще проехать надо. Не надо, это типа место, где игрушки создают. Это мы сейчас пройдем, смотри, фиксай, пошли за мной. Фиксай, кто смотрел? Подожди. Все смотрите. Никит, мы прошли игру за мной. Давай, прыгай. Нет. Не прошли. Почему так трудно все? Иди первый. Ну, здесь баги-баги уже все. Не беги, можно хотя бы пешком идти? Я тебя не могу даже догнать. Никит, стой. Ты где? А, вот он. Пошли. А я от ваги-ваги не мог убежать. Темнота.
Ой-ой-ой. Кажется, это будет тут, когда мы с Ваги-Ваги бегали. Сейчас тут момент будет. Когда травмируют нервы. Сейчас, подожди, я спаунпоинт пропишу. Задать появление. О, привет. Чё, бежим? Тут никого нет. Я хотел на тобой пошутить просто. Что, поднимаемся наверх? Уже? Просто мне так... интересно, а куда мы сейчас тут бежим? Да надо здесь долго. Ага, нам... Теперь сейчас аккуратно идем. Я помню эту местность. Я иду на шифте. Угу. На аккуратности. Все да. Должны показать. Самое неинтересное. Вот корни в глаза лезут. Вот и нет. Все, мы спускаемся вниз. Сейчас я факел поставлю, а то темно. Никит, ты где? Никит, ты где? Мне страшно. Фу, хорошо, что здесь ваги. А есть такой дроп? Будем мы бегать от ваги-ваги здесь? Сейчас, подожди. Как я не люблю бегать по этим комнатам. Я его слышал. Тихо, аккуратно сейчас идем. Стоп, так ты же тут проходил. Ну да. Ладно. Просто не умею ходить нормально, я могу упасть. Поэтому я нашел. Это самое страшное место. А если тут Хаги Сраки появится? Тут жизнь здесь есть. Да может быстро уже, я уже не люблю листать. Вот эти вот сообщения у тебя, Никит, бесят. Отвлекают от игры. Все, побежали. Ну тогда иди первый. Как долго эта мелодия не будет? А как проходить? Как я не знаю. Да, какая дверь откроет? Кажется, сейчас был лифар. Чего у меня компостер берется? Надо поставить под себя блоки. Мне темнота. Конечно, ходи. Ну, это страшно. У меня хотя бы блоки есть. Так, сломай появиться. И как дальше, куда бежать? Опять блоки брать? А что он что-то может ломать замшенный булыжник? То есть где-то замшенный булыжник есть. Пошли. Мне два симака надо есть. Все, у меня все блоки пропали. А здесь уже так читерить нельзя. Можно. Кабак. А куда блок делся, который поставил? Это то место самое опасное. Да. Давай. Вот эти пути я ненавижу. Я увидел. Где? Вот он. Давай. А, мы карту сломали. Вот он, где он сломал?
смотри. Это даже не финал. Беги. Чё? Приди. Да. Подожди, я просто... Что? What is it? Where's it point? Что? Вы не получили... Пожми-ка еще на рычаг. Всё. Ладно, одно и то же напишет. Вот замшелый булыжник. Ну нет. Ну скопай, если надо. Скопай. Подожди. Я что-то вижу. Что это? Никит, что? Нам помогают! Куда идти? Кто? Вот, иди за мной тут. Я тебя не вижу. Ты, ну, конечно, я вышел. Нам поинты показывают. Вот чего нужно по... Нам показывают, куда идти. Стой, я лагаю. Почему я что-то ломаю? Я здесь еще не был, это вообще... Да вон, по поинтам идем, сюда зеленый. Можно даже ничего не открывать, нам просто вперед. Вот где дверь открыта. Да господи! Это нереально. Погоди, я сейчас твоя. Ну да. Че у меня так игра начала лагать? Ну что свет мигает каждую секунду. Вот меня человек бесит. На компьютере строил, человек. А вот ты на телефон скачал, а там отфайфила на компьютерной версии. Вот тут что-то. Вот тут что-то где-то. Я выгибаюсь. Никит, ко мне! Я проход нашел. Вот он. Вперед. Лабиринт? Лабиринт. Новые какие-то стёкла крутые. Мод. Ты чё, творческий не включил? Да. Ну, проход. Изумрудный. Гляньте, сколько их здесь чит... А чё ко мне все пришли? Где ты? Все, я нашел местность. Я теперь... Перемести меня. Сейчас этот блок там открыл. Ай, как меня бесит это стекла. Сейчас перемещу. Ой, я какой-то рычаг нашел. А что здесь 4 баги-ваги сейчас делают? Сейчас, подожди, я это... Ночное видение, выйду, пожалуйста. Потом мы... Иди только. Скоро будет 7-я часть, ждите 7-ю часть, но эта 7-я часть будет говориться о том, просто будем развлекаться. Я нашел дверь. И тут проход по дереву. И что? Смотри, а здесь дождя нет, так прекрасно. И что, что нам дали дверь? И солнечно как. Сидит. Где? Мы вышли через дверь. И что нам поменял? Не знаю. Сейчас, подожди пару секунд. Я хочу на вагонетке, как Див. Проехать на вагонетке хочу так сильно. Ну ладно, буду стоять. Подписчики, я хотел заняться вот этими рельсами. Ты что нашел? Я нашел хаги-ваги, и меня вылетело. Я нашел хаги-ваги в колбе, и меня вылетела игра. Вот там сундук какой-то, надо здесь... Где? Там.
Там это где? Сейчас вот сундуки, там что-то есть точно. Возможно. Зачем-то я балуюсь и не знаю зачем. Сейчас как в лоб мне влетит что-то. Тут вагонетки запасные в этом сундуке, кстати. А нет, просто. Ну я здесь запасная. Так, ладно. Я все забрала. Главное, ничего бы не упасть. Сид, помягче, ну. Ага. А я туда ходил. Welcome. Подожди. Нас приветствуют тут, да? А почему сверху тут exit написано? Это... Смотри, exit, выход. Нет, нет. Я ошибся, я думаю, я нашла. Мы обратно на фабрику вернулись. Я знаю. И что мы тут должны сделать? Вот. Никит, а тут какой-то странный незамысловатый паркур. Который ведет куда? А теперь продираюсь каждым мелочам, знаешь. Почему в оригинальной игре так легко, а тут так трудно? Какая какашка.